Всем привет. Ну что, ребят, продолжаем мы переделку, сборку этого трайка, этого лешего. Сняли мы мотор с коробкой, мотор, который стоял с мотоблока. И будем ставить вот оттуда мотор днепровский. Это мне подогнал мой хороший друг Колян. Все заводится, кто видел. Сейчас будем оттуда все снимать и ставить на трехколесный. И вилку тоже отсюда поставим туда. Отрепетировал двигатель. Вот так. Без тросиков, без газульки. Подключаем аккумулятор. Сейчас будем снимать мотор с коробкой, раму освобождать. Ну, чтобы снять, надо снять заднее колесо. Потом мы мотор отставим пока в сторону и будем заниматься вилкой. Вилку отсюда выкрутим, переставим на ту раму и потом мотор туда поставим. Не будем смотреть, подгонять кардан, потому что по длине, я не знаю, подойдет он или нет. Ну что, ребят, все, мы открутили, мост с колесом убрали, там сзади все отсоединили, шпильки нижние тоже открутили, главное не забыть здесь вот открутить тоже, стоечка краями идет. Осталось вытащить шпильки и будем вытаскивать мотор, а потом займемся вилкой. Продолжаем работу. Сняли отсюда вилку. Тот мотоцикл уже почти растербанили. Вон он, движка. Все снято. Там осталось снять заднее крыло и крепление под крыло. Оно же идет крепление под сиденье. Это я вам потом все покажу. Сейчас собираем вилку. Подшипнички набираем. Сейчас будем вилочку ставить. Все на место. Все промазали, смазались. Верхний подшипник наберу. Все аккуратно, нормально закручу, а потом уже будем сюда ставить двигатель. Ну что, ребят, вилочку я собрал. Все здесь по фэншую, как должно стоять. Вилка не шатается, все на подшипниках крутится нормально. Сейчас буду, наверное, двигатель сюда пихать. Надо сначала свою коробку на двигатель поставить или... С того двигателя сниму коробку, просто двигатель сюда вопкну, она будет полегче, одному тяжело. А потом коробку свою поставлю к двигателю, потому что там разбирать много еще. С своей коробкой. С нее оттуда откручивать, звезду выкручивать. Почему свою хочу поставить? Потому что я знаю, то, что у меня все передачи работают, ни одна не вылетает, задняя есть. В той я коробке не уверен. Потом ту посмотрим, что... Поставлю двигатель, и останется потом мелочевка. Тросики, азулька, руль. Сцепление, ну такое. Вот, проводил сегодня целый день. Одному тяжеловато. Ну, такой результат. Вилка на месте, я говорил. Собрал все качественно. Движок на месте, одному тяжело, конечно, стоять. Потому что... Держать его, шпильки попадать там еще втулк между рамой и двигателем. Их тоже там попадать надо. Кардан, который стоял, он где-то примерно миллиметров на 5 длиннее, чем должен быть. Ну, он там, когда тот двигатель стоял, подлиннее, чем здесь должен. Ну, я его там переделаю. К
Кусок рамы пришлось выпилить. Здесь вот, чтобы не цеплял он за эту раму, но она это не значительно для данной ситуации. Осталось поставить руль, тросики, глушитель. И можно пробовать ехать. Коробку свою поставил, как я говорил, сцепление. То все работает, пробовал. Бак на месте. И осталось крепление сиденья сделать.